дорогие подписчики и гости моего канала, с вами снова Дровивка. Не уходили практически две недели повторы, потому что был планшет в ремонте, и вот только я его забрал, и начинаем с вами снова смотреть повторы, но сейчас уже из клана от Отамани. Сегодня у нас будет три повтора с атаками от разных игроков. Немножко я формат видео изменил, буду теперь такие делать видюшки, как бы изначально будет ознакомление, а потом уже разбор полетов. Все три повтора от разных игроков, все три повтора будут воздухом, и все три повтора будут без хранителя. Сейчас сам играю без хранителя, поставил его улучшаться, у меня уже и король, и королева фуловые, но теперь надо хранителя. И без хранителя, опять же, тяжело играть, особенно когда ты уже какое-то время играешь именно с ним, и уже привык к его способности, которая помогает ему избавлять, так сказать, вас от больших потерь, и без него играть, конечно, тяжело. Поэтому эти три повтора будут, по-моему, на две звезды они будут. Меня сейчас я сыграл, у меня не получилось даже две взять звезды, поэтому я прошу игроков, которые состоят в этом клане, чтобы они кидали свои повторы, как бы и для себя, и для вас игры именно без хранителя. А если у вас есть тоже повторы игры без хранителя, пишите в комментариях название своего клана и свой никнейм тоже, и я к вам приду, тоже засниму их. Все, приятного вам просмотра. Смотрим первый повтор от игрока 3Х. Значит, здесь что? Здесь ему попался 12-й Таунхелл, который прокачивается на 4-й уровень. По сути, база как бы, ну, а-ля, пока еще 11-й Таунхелл. Играет он 10 лучниц, 14 шаров, 9 драконов, 1 мини-дракон, 5 мух, 1 таран, 59-я королева. То есть даже без двух героев. И давайте смотреть, как он его будет уделывать. Так, откуда он идет? Так, выкидывается молния, уничтожается одна воздушная оборона. Так, что дальше у нас будет? Выкидывается мини-дракон и шар. Идет он со стороны Таунхелла, получается. Так, дальше смотрим. Кидается еще один шар. Выкидывается дракон. Уничтожается башня лучниц. Выкидываются все драконы, выкидываются шары за ними. Выкидывается также таран. Кидается первая, вторая ярость. Начинает работать первая инферно. Таран подходит к забору, уничтожает, переходит к следующему. Так. Кидается третья ярость. Так, замораживается инферно. Таран пробивает второй забор, ломает третий, кидается еще скорость. Так. Уничтожается первая инферно. Из тарана вылезают драконы. Две штуки. Так. Начинает работать вторая инферно. Так, сейчас посмотрим, что будет. Ну вообще, на самом деле, уничтожается Таунхелл. Ну, вообще с одним героем я вообще не знаю, как играть. Сейчас с хранителем-то, без хранителя точнее, не знаю, как играть. Пока получается как-то не очень хорошо. Так, выкидывается, получается, со стороны уже, с левой стороны выкидывается королева, которая начинает зачищать, берется процент, по сути. Добивается процент. И в итоге игрок 3Х зарабатывает 60% и берет 12 кубков. Так, переносимся к следующему повтору. Смотрим повтор от игрока Амигос. Играет он, здесь он попался тоже 12-й Таунхелл с фулл прокачкой, по сути. Ну, как фулл прокачка. Орел и Таунхелл прокачаны. Так, давайте, одна, значит, инферно стоит на улучшении. Играет он 10 шаров, 19 мини-драконов, 1 дирижабль, 40-й король, королева. Блин, обалдеть на самом деле. 19 мини-драконов. Ну, кстати, вот по этому повтору я для себя, возможно, возьму вариант именно игры. То есть набивание сейчас кубков и игры без хранителя. Потому что, как показывает статистика, это помогает. Короче, со всех сторон получается, ну, сейчас пока с одной, мини-дракон, который начинает левую сторону зачищать. Кидается молнии и тряс на воздушную оборону, уничтожается воздушная оборона, и выкидываются мини-драконы по, так сказать, кругу. И начинается, набивание процента. Кидается скорость, второй уничтожает бомбежку, башню. Ну и в итоге здесь как бы берется именно процент, даже одной звезды. А, также была кинута тряс на Таунхелл, чтобы он активировался. Так, сейчас посмотрим, что дальше будет. Благодаря мини-драконам берется одна звезда, что уже как бы круто. То есть вперед просто набивание процента идет по кругу, в итоге уже 54% и одна звезда есть. Так, ну здесь он как бы выкидывает, у нас сейчас получается, да, дирижабль выкидывает, который идет, естественно, к Таунхеллу. Так, сейчас посмотрим. Замораживается арбалет и воздушная оборона. И дирижабль доходит до Таунхелла. Здесь кидается ярость, и под яростью шары уничтожают Таунхелл. И в итоге берется 59%. Я к тому, что говорю, вот этот именно повтор показывает на то, что можно играть без хранителя. И именно этим миксом, благодаря
взятию по кругу большей части зданий, ты берешь одну звезду и потом просто кидаешь в конце дирижабль, и благодаря шарам, которые вылезают оттуда и яростью уничтожаются, то он хелл, берется две звезды. То есть как бы вариант того, что можно играть без хранителей именно этим миксом, я, наверное, возьму его для себя сейчас, потому что не получается пока у меня две звезды взять даже, тем уж криво играю опять же. Так, берет, короче, он 63% и 30 кубков, довольно-таки очень много. Переходим к следующему, последнему повтору. Последний повтор из этих трех повторов принадлежит игроку Андрей. Так, значит, играет он практически таким же миксом. Даже, я, наверное, думаю, по-моему, таким же. 10 шаров, 19 мини-драконов, 1 дирижабль, 8 король, 21 королева без хранителя. Попался ему здесь 12 Town Hell. Ну и, по сути, это пока все-таки 11, наверное, даже. Может, 10,5. Ну, короче говоря, 11, да, орел-то есть уже. Давайте смотреть, как он его делает. Опять же, как идет. По сути, уничтожается воздушная оборона. Две штуки сразу уничтожаются. С помощью молнии кидается король. Выкидывается мини-дракон. Шары, которые берут процент. Ну и со всех сторон, получается, выкидываются мини-драконы. Набивание идет процента. В итоге, сейчас посмотрим с вами. Выкидывается также, дирижабль. Кидается тряс на Таун Хелл, чтобы он активировался. Так, тут у нас получается замораживается Инферно, Арбалет и сам Таун Хелл. Дирижабль доходит до Таун Хелла, кидается ярость. Из дирижабля вылезают шары, уничтожается Таун Хелл. Берется уже одна звезда, 37%. Ну и здесь, я думаю, можно посмотреть на быстром варианте. Тут, по сути, сейчас пойдет добивание. Да, выпускается еще королева. И в итоге берется две звезды. Две звезды берется, а это и есть факт того, что нападение был, какой план. И берется 22%. Ой, то есть 50% 22 кубка, что очень даже хорошо. На этом мы повторе заканчиваем серию повторов от клана Атамани, именно без хранителя. И опять же будем продолжать в дальнейшем снимать повторы именно без хранителя пока. И потом опять начнем повторы с трешками. Все, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.